ride forth into glory. And strike chaos from this realm. Я вас категорически приветствую, достопочтенные вахоёбы. В эфире снова ваш любимый Хуниган. И сегодня мы наконец-таки переносимся вместе с вами на вторую серию «Собираю хаос рыцарей». И наконец-таки мы сегодня будем собирать самого пса войны или пес войны, вардог, короче, неважно. Вот. На самом деле, если вы не смотрели первую часть, она доступна только сейчас ВКонтакте, в нашей группе ВКонтакте. Ссылочку на нее будет в описании под роликом. Это будет очень важно, чтобы вы посмотрели. Там, если что, оформляли базу для нашего рыцаря, и вы подчеркнете от этого ролика очень много полезных советов для себя и, возможно, чем-то даже вдохновитесь. Так что заваривайте чаечек. Подготавливайте ваши минички, и мы начинаем! Итак, дорогие друзья, я все еще вам напоминаю то, что мы записываем на макросъемку. Чем ближе вы приближаете объект в этом режиме, тем четче он становится, чтобы мы могли разглядывать эти минички еще более в прекрасном качестве, и чтобы они выглядели более выразительно. Вы меня поняли. Единственное, что произошло на самом деле с первого выпуска, я наконец-таки загрунтовал эту базу. Вот, я сделал даже пришедики какие-то, видите? И у нас еще появился здесь коршун, вот этот вот коршун. В чем история этого замечательного коршуна? Я сейчас в двух словах расскажу. Компания Games Workshop зачем-то вот этого коршуна на этих же самых литниках поделила, мать его, на три части. Я сейчас не шучу. Вот эту маленькую птичку, которая, извините, отстреливается очень быстро, и что в пластике мы проверяли со знакомым, что как бы в литье, она отлетает на раз-два, просто стоит щелкнуть только пальцами. Они ее зачем-то сделали в трех частях, я ее прикрепил на корпус своего вардуга, вот он, если что. И он у меня прямо вот здесь вот был, и он отстрелился просто за 2 секунды. Вообще, я даже особо усилий там не прикладывал, он просто взял и отстрелился. Но я решил, задался вопросом, скажем так, что же с ним делать. Я просто взял, посадил его на руку чувака, который уже при смерти, он вообще не понимает, что уже происходит. Понятное дело, ему поплохело. И наш дорогой коршун, так как он любит мясо, кишки, они сами по себе хищные птицы, мы просто вот посадили его сюда, вот он прилетел сюда, чтобы отведать человеченки. Вот. Вот такие вот дела, вот такая вот предыстория. А я вам напоминаю, что вот здесь у нас будет частички храма. У нас что-то здесь остались, какие-то осколки от храма. Здесь проводился какой-то ритуал. Вот, жертвоприношение. Здесь были какие-то то ли чумы-десантники, то ли непонятно, может, это легионеры какие-то были. Вот, они сражались с легионом тысячи сынов за вот эту жертву. Вот, а здесь врывается неожиданно вот с этой стороны вардок и вообще не понимает, что происходит, и просто их сносит всех. В общем, вот такая история нашей дорогой базы. Но центральная тема нашей сегодня, центральная наша тема — это сборка вот этого прекрасного вардога. Да, я, конечно же, вас чуть-чуть обманул, в том плане, что основную тушку я уже, в принципе, собрал и без вас. Но вы меня спросите, какого черта? А я вам отвечу, что на самом деле сборка вот этих всех частей корпуса — это вообще очень легко. Это настолько легко, что даже, извините меня, аутист какой-то сможет без проблем зафигачить это вот вардога, вот, чтобы вы понимали, вот, частички.
Это очень легко, к сожалению. И единственное, чем он чем вот эта сборка отличается от лояльного, это тем, что ему добавили вот здесь вот дополнительные какие-то рога на корпус, да, вот здесь какие-то штыри, ну, такие вот штырики, вот, и сам корпус, естественно, он максимально другой, мне очень нравятся трубы вот эти пафосные, вот подобные трубы, кстати, можно увидеть на Venom Crawler'е, у него их тоже до хрена. Вот. А давайте обратим внимание вот сюда. Здесь у нас, в принципе, ничего такого особенного нету. Но вот на этом моменте сборки компания Games Workshop, я не знаю, каким местом она думает, она расчленила вот этот провод на три части. Я не знаю, зачем это сделано, но я вот как-то его более-менее приклеил. Это было на самом деле очень запарно. И, чуваки, если вы не хотите париться по поводу дополнительных проводов, то вообще забейте, на самом деле. Никто вам слова за это не скажет. Все будет нормально. Единственное, что я вот один такой щиток просрал. Здесь мы его заменим, возможно, на какой-нибудь череп или еще что-нибудь такое. И вот здесь добавили дополнительные цепи, вот такие красивые. Сейчас мы давайте их попробуем приблизить, чтобы вы их разглядели. А вот так вот, в принципе, видно. Так, вот, идеально. Вот их можно рассмотреть. На самом деле, вариант опции здесь две. И, кстати, я вот здесь немножечко проявил свои аутичные способности. Я сперва, короче говоря, взял этот щиток и не приклеил просто так, типа, и так сойдет. А на самом деле нужно вот эти цепи или вот эту вторую опцию. У него там не только цепи, у него еще есть вот такой флажочек. Вот, видите, такой флажочек. Его вначале нужно приклеить как раз-таки к этому щитку, а потом вот это все вместе клеить сюда. А я поступил немножечко иначе, не повторяйте моих ошибок, просто читайте инструкцию. Я потому что инструкции, ну, очень редко пользуюсь, потому что в таких моделях все настолько понятно, что, ну, я не знаю, очень сложно не разобраться. Единственное наше нововведение в этом плане, это наши дорогие вот такие когти, которые вставляются у нас. Сейчас я их вставлю куда надо. Так, вот они вставляются вот так. Вот, обеспечивают нам такую вот устойчивость, в кавычках. Вот. Единственное, что мы сейчас вместе с вами будем собирать эти самые когти. Вот у меня там осталась еще одна платформочка. Вот, они собираются на самом деле вот из этой платформы. Вот, хопа. И из трех таких шипов. Это одно из нововведений, новых рыцарей, на самом деле. Так, давайте-ка я еще одну найду. Так, вот у нас еще одна. Вот у нас три этих штучки есть, вот. Компания Games Workshop, как всегда, разделяет все эти битцы, чтобы вот пиратам было заебно это все копировать. Вот, по других объяснений мне этому, зачем они это делают, я не вижу. Мы, естественно, берем наш любимый клей-моментик. Хопа. Делаем штучку. Обязательно зачищаем. Конечно же, перед сборкой мы все эти штучки зачистили уже более-менее, да? Так, хопа. Вторую такую штучку тоже приклеим. Так. Вот она встает вот так. На самом деле это все очень легко, интуитивно просто собирается, реально. Вот, если бы я еще вам показывал, как я тушку дополнительно собираю, то у нас бы ушло на самом деле очень много времени и было бы очень запарно, потому что это все приходится подснимать вот отдельно. Вот, вот видите, у нас второй такой коготь, хопа, он у нас уже готов. И в принципе мы можем уже сразу клеить ножки, ничто нам не мешает. Здесь просто берем клей логичным образом и наносим его на вот эти поверхности. Так, сразу нанесем. И будем присматривать наши дорогие когти. Так, приклеим их вот так. Так, будет у нас твердо устойчиво поверхность, я надеюсь, да? Хочешь цепляться, а, сволочь? Или не хочешь? А, здесь можно еще угол контролировать, ребят. Ну, это вообще, что-то он не хочет сразу цепляться, я в шоке. На самом деле, вот, клей-момент меня ни разу не подводил, потому что он, его прелесть в том, что он очень быстро схватывает битс. И можно приклеить все, что угодно. Так, давайте. Так, вот.
Вот у нас первая штучка вошла. Вот она спокойно здесь. Мы ее, кстати, если что, зачистили заранее, чтобы не тратить на это время, потому что ролик сам по себе такой. Он больше о том, чтобы имели представление о сборке данной модели и какие-то вот советы я могу дать по ее сборке. А так, на самом деле, пока что ничего тут сверхъестественного нету, потому что я собираю своего первого нового вардога. Вот. Если бы это был уже второй вардог, то я бы начинал уже хоть как-то конверсить. А у меня такая традиция просто, ребят. Первую самую модель я собираю абсолютно, то есть по инструкции, по дефолту. А начиная со второй модели, я уже начинаю делать масштабные изменения, чтобы они не повторялись. И, в принципе, у нас вот получается вот такой чувак. Вот у нас, видите, такая поза, такая стервятника, коршуна тоже, ух. И мы сразу, конечно же, примеряем его к нашей базе. Наша база. О, видите, он даже тут динамично как-то встает, офигеть. Вот, берем он прямо из храма, пришел такой, ворвался и хопа, начинает всех крошить, месить, просто жесть. Это же круто. О, даже можно вот так его поставить, кстати. Так, сейчас мы придумаем. Так. А вот так и спримерить. Ну, в принципе, конечно, поверхность не особо-то устойчивая у него будет. Хотя можно вот здесь вот как-то вот приноровиться. Ну, как-то это вот так будет смотреться. Мы еще потом в конце приклеим. Ну как, мы не будем его сейчас клеить, потому что мы его еще красить дополнительно придется, конечно же. Вот. Но мы будем делать это все отдельно. И когда мы уже, скажем так, склеили наши лапки, вот у нас такие лапки, мы приклеим вот этот вот весь корпус в единое целое. Вот. Многие, конечно же, выхоебы предпочитают вот эту штучку магнитить, чтобы попроще перевозить в своих треях и так далее, но я решил пойти довольно-таки сложным путем. Я эту штучку все-таки приклею. Сейчас я сделаю это немножечко за кадром. Немножечко сделаем так за кадром. Хопа. Хоп. Хоп. Так, он у нас будет смотреть прямо и без всякой шелупони и всякой херни. Так. Вот мы, в принципе, сделали уже половину модели, то есть половина работы уже готова. Но самое основное, самый прикол в том... Сейчас будут основные приколы, ребят. Хопа, извиняюсь. У нас он упал. Самый основной прикол при сборке найтов и подобных моделей, на самом деле, заключается в том, что ее нужно неожиданно замагнитить. Потому что просто взять, приклеить закачки, это удел слабых. И поэтому нам нужны вот такие вот магнитики, чтобы мы могли спокойненько менять закачки до партии. Или наоборот, более так, сразу иметь, короче, опции. Вот в чем смысл. Я немножко заговариваюсь, извините, пожалуйста. Вот. И мы будем сейчас собирать с вами новые закачки, которые у нас тут есть. А у нас их, в принципе, тут немало. У нас тут есть опции. Конечно же, наш дорогой вардог стремится уже упасть. Так, давай, все, расслабься. Так, мы его пока отставляем, ребят. Но у нас есть тут сейчас вот такой chain cleaver. Вот, хопа. Но это еще не все, ребят. Нам надо сейчас его хорошенько так собрать. Так, он собирается на самом деле довольно-таки просто. Он просто берутся вот эти половиночки, стыкуются. Но не спешите их сразу стыковать, потому что у нас есть вот такой проводочек. Вот он, видите? Так. Мы вот так вот делаем сейчас. Извиняюсь. Хопа. Проводочек сюда. Ну вот. Вот, в принципе, главный механизм, который приводит в действие этот Chain Reaper. Так, давайте мы сделаем немножечко вот так. Мы подклеим эти штучки. Тогда уж мы просто вот здесь подклеим, чтобы было хорошо. Чтобы был connection. Соединение. Так, вот у нас. Здесь есть соединение. Так, теперь, в принципе, мы можем уже
вот так вот их соединять спокойненько, да? Хоп. Это мы сейчас сделаем. Опять же, на камеру мы... Так, промазываем это все дело клеем, конечно же. Вот здесь, 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 здесь. Везде промазываем. Такс, хоп. Все схватывается быстро и прилипают даже мои пальцы, конечно же, к бицу, потому что я должен сделать вот так. Просто пройтись элементарный. Либо можно для этого губочку, конечно, использовать. Можно использовать обычные салфетки. Я предпочитаю использовать обычные салфетки, потому что я очень ленивый человек. Сами все понимаете. Такс. Теперь надо, нам надо склеить вот эту штучку. Доклеить ее, скажем так. Вот здесь клеюшка. Здесь тоже клея. Хопа. И все. В принципе, наш достопочтенный Chain Reaper почти готов. Почему я сказал почти? Потому что у нас есть новая опция теперь для Chain Reaper. Это его так называемые новые лопасти. Сейчас я вам их покажу, ребят. Новые штучки. Вы же любите новые штучки? Я тоже их обожаю. Так, у нас наш дорогой куриц. Куриц мешает мне найти их. Хопа. Раз. У нас вот новые штучки есть. Хопа. И хопа. И хопа. Такс. Как же они у нас крепятся? Сейчас я все покажу. Они на самом деле вот берется у нас наш бензопил. Вот бензопила. И крепится вот таким образом. Вот за эти новые штучки. Раз. Видите? И два. Сейчас, давай. Вот, видите, у нас, в принципе, мы можем... Без клея, конечно, мы не справимся, но вот он будет у нас в таком виде. Сейчас мы это все дело приклеим, ребят. Мы не забываем про клей, конечно же. В принципе, ничего, но ничего такого прям сверхъестественного я не сделал. Хопс! Конечно же, проходимся нашей достопочтенной салфеточкой, чтобы убрать, ликвидировать хотя бы лишние капли клея. И просто мы берем, насаживаем вот на эти штырьки. Так, теперь самое сложное насадить, потому что их надо тоже немножечко пропитать клеем. Все нужно пропитывать чертовым клеем. Хотя бы чуть-чуть, чтобы эта технология вся держалась и не развалилась. Так, ну что ж. Так, давай. Мы должны просочиться, мы должны! Давай! Так. Ай, ёпсель-мопсель! У нас потеря! У нас реальные потери, ребята! Но мы с вами не пугаемся, ничего не страшимся. У нас тут, конечно же, возникли потери. Так. Но мы как-нибудь сейчас это придумаем, как сделать. Вот здесь вот подклеить. Там, видите, у нас небольшой зазорчик образовался. Так, вот так вот подтянуть ее, чтобы это все соединилось в единую ёпсель-мопсель конструкцию. Вот такие вот фейлы у вас могут быть. Но, в принципе, новый вот этот Chainsword, он выглядит довольно-таки стильным. Вот, видите? Вот здесь, конечно, у меня произошел небольшой фейл. У вас может и не происходить. Но я уберу лишний клей с этой штуки. Конечно же. Не допускайте моих ошибок. Ни в коем случае. Такс. Так, ну что ж, Chain Reaper такой мы сделали. А здесь чего-то не хватает, верно? Это, естественно, магнит. Вот. Какие же магниты я сам решил использовать для магнетизации этих же самых рыцарей? Вот. Вам понадобятся вот такие вот магнитики. Сейчас. Сейчас мы их, конечно же, достанем. Так. Хоп.
Вроде бы это они. Простите, ребят, я немножечко дурачок, я не знаю, все эти диаметры, короче, я... Так, вроде бы оно... Сейчас проверю, ребят. Так, пойдем. Ёпсель-мопсель, он зараза такая упал. Все разваливается, все разваливается уже на ходу. Все разваливается. Но мы не теряем веру, потому что у нас есть дополнительные. Так, вроде пролазит или не пролазит. Так. Давайте-ка посмотрим. Он в итоге какой-то большеватый. Он все-таки большой. Тогда воспользуемся вот такими. Так, я просто отставил в сторону, конечно же, те магниты, которые я до этого использовал. Я, как всегда, молодец. Опять же. Эти слишком маленькие. Скорее всего, я вот эти использовал побольше. Тогда мы сделаем, возьмем наш дорогой ножик и сделаем дополнительные просто отверстия вот здесь. Извините, это все с камерой, конечно, делать немножечко. Ну что ж, теперь мы хотя бы примеряем. Да, теперь он вообще проваливается туда спокойно. Так. Самое главное сейчас посмотреть все это дело. Так, а если ты... Так. Давайте на поле с примером. Вот, мы можем сориентироваться на нашей курице. Всегда можно примерить и полюса, и все, что хотите. Так. Сложная все-таки тема, конечно же, это вся магнетизация. Как это все работает. Так, вот, в принципе, он у нас вот так вот будет подходить. Вот, отлично. Ну что ж, берем тогда смело клей. Заклеиваем эту штучку тогда. Потом берем излишки клея, конечно же, потому что его понадобится много, так как для магнитов все-таки нужен дополнительный клей для большей такой устойчивости, чтобы они не сразу у вас вырвались из отверстий. Так, давай посмотрим. Ну, какое-то время, конечно же, надо подержать, чтобы потом спокойненько оторвать его вместе вот с лаптей, сами понимаете. Мы тогда пока оставим это в таком положении, в таком состоянии, конечно же. Так, теперь мы, как всегда, берем, вытираем клей. Так. И у нас есть еще тут опции закачки, такие как миниган неожиданно. Все же любят миниган, это же кайфовая штука. Он, конечно же, состоит у нас тут из двух частей, плюс у нас еще есть всякие патронташи и так далее. Мы, конечно же, сейчас его соберем в прямом эфире. Для этого и создавался данный выпуск, чтобы я просто на камеру собирал минки, да? Хорошая тема, говорят. Так, склеим тогда одну часть. Так. Здесь на самом деле без каких-либо лишних фокусов и приемов просто с двух частей собирается битс. Так, вот давайте вот тогда так, хоп. Вот у нас битс уже готов практически, ну как, 50% битса. Так, вот у нас еще тут много чего не хватает, но мы сейчас порешаем эти вопросы. Такс. Итак, следующее, что нам нужно, это вот оттяпать вот эту штучку, чтобы, конечно же, наш достопочтенный миниган выглядел еще более успешно, чем его коллеги. К
конечно же, эта штучка спокойненько падает у меня под ноги, как всегда бывает. Хопа, и мы ее наконец-таки поймали. Мы, конечно же, делаем зачистку этого самого бица. Ну, тут зачищать, конечно, особо нечего, но все равно надо постараться, чтобы все выглядело качественно, чтобы все выглядело хорошо. Вот такая маленькая штучка, сами понимаете. Так, ну, в принципе, мы здесь мы закончили. Можно, в принципе, смело ее клеить. И получаем, так, мы получаем, все, смело получаем вот такую красотулю. Ох, вот. Я очень люблю эти миниганы, на особенно большие, на больших этих абхоррент класса рыцарей, двойные миниганы, это вообще такое наслаждение, что прям вах. Вот. Ну, здесь не все так просто, потому что у нас есть еще патронташи, которые крепятся сюда дополнительно. И сейчас мы их с вами соберем, конечно же, пока наш большой Reaper Chainsword там сохнет. Так, у нас еще есть вот дополнительный патронташ. Вот он, если что, вот здесь. Мы его сейчас оттяпаем дополнительно, конечно же. Такс, хоп. Ага, я это, конечно, делаю на бесу, потому что я очень умный человек, в кавычках. Не повторяйте моих ошибок, всегда используйте хотя бы какую-нибудь вот такую твердую поверхность. Я использую доску, если что, для чистки и нарубки всяких овощей и прочего. Мне так проще. Дорогие друзья, по ходу моего гениального расследования я наконец-таки понял, что оказывается, что эта штучка крепится вот сюда. Вот представьте, короче говоря, вот вы берете, здесь вот клею немножко добавляете, хоп. Можно вот так чуть-чуть пройтись. Так, плавненько. Хоп, клей добавляем. И вот эту штуку, вот она. Так, вы... А, нет, извиняюсь. Надо перевернуть. Вот. Вы просто ее так крепите, и вот у вас есть магазин с патронами. Вот и все. В принципе, наш миниган-то готов к эксплуатации. Так. А вот с этой стороны, кстати, второго такого подсумка нету тут в наборе, разве? Я не заметил. А его нет, кстати. Вот видите, у вас одна часть с патронами, а другая часть такая пустует. Ну, окей, типа, наверное, дизайнер. Давайте тогда проверим наш Reaper Chainsword. Вот у нас в таком виде был. Так, сейчас аккуратно. Сейчас. Потому что клей мог повлиять, зараза. А-а-а! Конечно же, он повлиял, черт побери. На стыковку. Вот и все, мы оттяпали, и теперь мы получили магнитный тесак. Вот, ребят, извините, пожалуйста, я не могу сказать, вот смотрите на взгляд, да? Вот такие магнитики я использую для магнетизации этих рук. Я, к сожалению, не шарю за эти. Может быть, я потом в описании где-нибудь напишу, какого они размера. Вот. Но смысл в том, что смотрите, вот у вас, в принципе, закачки у вас будут в порядке. Обязательно магните их, ребят, не пренебрегайте этим. Лучше склеить в определенной позе, чем как бы не добрать их в закачках. Потому что даже достопочтенные пиндосы, у которых вроде как бабки есть на все это, есть бабки на Warhammer,
они все равно магнитят рыцарей. Представьте себе. Хоть они могут себе позволить в два раза больше как бы коробок, чем мы с вами, да? Мы вообще закупаемся литьем, так что что нам? Что нам судить-то? Вот. Но все равно, как бы, я знаю очень много приятелей моих с Швейцарии и как бы с Англии, они просто берут магнитит рыцарей, то есть для них это важно. Может быть, для них это какая-то часть процесса, и мы точно такие же сейчас магнитики будем использовать, чтобы замагнитить вот этот миниган, кайфовый, кстати. Вот, с виду очень хороший, но я бы сюда, конечно, еще дополнительных бицов бы добавил, но мы сегодня этим заниматься не будем, мы сегодня тупо их замагнитим, может быть, потом я какие-нибудь дополнительные плюшечки навалю на этот миниган. Но наша сейчас цель это просто взять сраные магниты и замагнитить. Неожиданно. И они, сука, не хотят поддаваться. Потому что это ёбаные магниты, простите. Потому что без мата тут не обойтись. К сожалению. Ну-ка. Да, получилось. Видите, с первого раза. О, спокойно, у меня уже магнит как бы в отверстии. Вообще охуенно. На самом деле, тот, кто придумал всю эту тему с магнитами, он вообще гений. Не гений, миллиардер, плейбой. Вообще, самый клевый чувак на этой земле. Вот, видите? Все, спокойненько. У нас уже есть целых три закачки, и вы не поверите. Вот у нас есть мельта, термалочка там, как хотите. Миниган, опа. У нас есть ХТХ-шная закачка, Reaper Chainsaw, вот эту. Классно причем. И у нас остается еще, на самом деле, парочка закачек. У нас остается еще слоттер клоновая, которую сейчас, кстати, мы в прямом эфире соберем, потому что это самое сложное в сборке. И очень интересно, на самом деле, как выглядит закачка. И что я заметил? Вот сейчас парадокс, да, такой? Вот сейчас я посмотрю, смотрите. Я вставлю куда-нибудь вот сюда. Вот. И какая же она, сука, мелкая! Вы посмотрите, какая же она мелкая. Вот. На артах просто, понимаете, эта голова вроде смотрится уместно. То есть она такая нормальная, а в реале она смотрится в два раза меньше, чем она смотрится на тех же фотках или артах ГВ. И это, блин, досадно как-то. Как будто тебя обманули. Ладно, положим бошку. Ну и соберем тогда последнюю нашу закачку Slaughter Claw. И на этом... прекратим наш выпуск. И у нас получается вот такой вот коготь. Наше будущее Slaughter Claw. Вот она. Вот такой коготь у рыцаря. Очень даже, кстати, классный. Мне нравится дизайн, как они подошли ко всему этому. И когда это все уже смотрится в зачищенном, хорошем виде, вот таком сборочном. Ух, мое уважение, ГВ. Молодцы. Так, ну что ж. Последнее, что мы хотим с вами сделать, это, конечно же, подготовить почву для крепления. Для этого мы просто вот эти штучки соединяем. Все очень просто. Так, вот так раз. Собачим их тогда на наш благословенный клей. Клей момент, блин. Так. И вот эту штучку все равно тоже придется нам вот так сделать. Немножко клея попало мне, конечно же, на руку, потому что я тут еще... все отломилось. Но мы не теряем веры в себя и просто
добавляем побольше. Все равно этот бинт я буду красить отдельно по объективным причинам. Так, ну что ж, в принципе, наш коготь более-менее готов, ему остается только высохнуть. Потому что тут крепление, конечно же, ненадежное вот в этом моменте, не вообще ненадежное. Ему нужно какое-то время высохнуть, и мы уже под конец ролика просто замагнитим его, и все. Ребятки, мы уже закончили сборку всех наших актуальных закачек. Вот у нас, в принципе, есть наша тушка. Вот есть у нас достопочтенный слот Рекло, который мы вот недавно с вами собрали. Так, давайте проверим. О, все цепляется, все, вот, видите, он уже вам угрожает своей клешней Слоттерклоу. Икс. Давайте еще посмотрим. Все у нас крепится прекрасно, вот такие вот у нас магнитики. А вот у нас еще вот здесь магнитик. Да, ёпсель-мопсель, не хочет показываться, конечно, застенчивый магнит. Вот, в принципе, он у нас вот там. Так. И у нас еще вот все закачечки, все как надо. Оп. Оп. Я надеюсь, я вас замотивировал магнитить ваши некоторые миниатюры, где вот вы прям чувствуете, что закачки вам еще дополнительные понадобятся. Вот, пожалуйста. Самый главный посыл этого видео — магните ваши вот такие большие миниатюры, это очень важно. И просто играйте красиво, красивыми миниатюрами. Особенно покрашенную, да, когда вот вы уже выступаете с покрашенными миниками, это вообще супер. Ну, давайте тогда примерим более-менее, как у нас будет стоять наш достопочтенный Хаус Найт, потому что, скорее всего, в следующем выпуске мы уже начнем красить миниатюры, вот как я это делаю. Если вам это, конечно же, интересно, то вы меня поддержите обязательно лайками, подписками на канал. Мы постоянно выпускаем различные контентик, обзоры кодексов, различные вот рубрику у нас собираю или коллекционирую. Скорее всего, коллекционирую, да, коллекционирую звучит получше. Вот у нас где-то так будет крепиться. Бошку я пока ему не буду клеить, потому что я ее покрашу отдельно. Потому что красить ее уже в приклеенном виде, это мне не хочется этого делать. Но на самом деле она выглядит очень мелкой. Она очень мелкая. Ну что же, мои достопочтенные бухоёбы, обязательно поставьте лайки, если вам угодил данный ролик, и вы уже покрасили и добавили в коллекцию себе вот этих псов войны. Обязательно напишите в комментариях, как вы это делали. Может быть, мы подчеркнем что-нибудь полезное из вашего опыта. Вот. И не забывайте, опять же, поддерживать наш проект, чтобы мы делали ролики намного чаще. Нам нужна просто ваша мотивация. Дополнительные просмотры, хиты, подписки, вот, лайки. Можно даже дизлайки спокойно ставить, если мой контент для вас вообще омерзителен, и я не принес вам ничего просто нового в жизнь. Типа, скучно и все. Вот. Спасибо большое, что смотрели, и мы вернемся к вам совсем скоро. И самое главное, не забывайте играть только покрашенными миниатюрами. Только покрашенными. Всего доброго.